Один из самых часто задаваемых вопросов родителями, почему у моего ребенка появилась близорукость или проявилось снижение зрения. Чаще всего близорукость появляется у детей, у кого родители уже имеют близорукость. То есть те родители, у которых имеется уже близорукость, они должны нацеленно проверять профилактически своего ребенка, чтобы вовремя выявить проблему со зрением. Во-вторых, это связано с сегодняшней нашей жизнью, это общение с гаджетами у детей. Большую часть времени в течение дня ребенок проводит за телефоном, планшетом, компьютером. Естественно, работа глаз идет на близком расстоянии. Отсюда и вытекает в дальнейшем снижение зрения. Поэтому родители должны оценивать то время, которое проводит ребенок за данными, да, гаджетами, вовремя контролировать эту ситуацию. Вот. И в-третьих, это когда идет активный рост ребенка, то есть подростковость, и иногда это приводит к избыточному активному росту глазного яблока, и опять же развивается близорукость. Основные причины такие.